Рольф Юг стал первым в России дилерским центром Mitsubishi Motors, оформленным по новым мировым стандартам бренда. Изменились цветовая гамма, зоны сервиса, обслуживания, продаж и парковка дилерского центра. Рольф Юг – первый центр продаж Mitsubishi в России. Он работает с 1991 года. За 11 месяцев 2018 здесь продали 2000 автомобилей. В этом году мы запустили большой проект по повышению уровня удовлетворенности наших клиентов. После внедрения новых стандартов наши клиенты увидят большее количество автомобилей в нашем шоуруме, удобная клиентская зона, большая клиентская парковка, который находится рядом с дилерским центром. Наш дилерский центр работает круглосуточно. Российский рынок для компании девятый по величине. Сейчас по всей стране работает 104 дилерских центра Mitsubishi. Половина из них проведет ребрендинг в следующем году. Мы осуществляем ребрендинг, чтобы обеспечить для клиента максимально комфортные условия взаимодействия с брендом. Доля рынка Mitsubishi увеличивается. В этом календарном году нам удалось реализовать порядка 45 тысяч автомобилей. Доля рынка Mitsubishi выросла почти с 1,5% до 2,5%. Так что дела у нас идут успешно.